Добрый день, дорогие друзья! Рад поприветствовать вас на канале Гороскоп. Прогноз на 3 января 2023 года. Мы, как всегда, начинать. А начать хотелось бы с просьбы о поддержке канала. Поставьте лайк или дизлайк, оставьте комментарий под любым из роликов, сделайте, пожалуйста, репост и не забудьте подписаться на канал. Ну а я желаю вам приятного просмотра. Поехали! Овен. Сегодня, чтобы успокоиться, Овну надо взять все в свои руки. Представители этого знака зодиака может нервировать сложившаяся вокруг него ситуация. Гарантировать положительный ее исход может только в самостоятельных действиях. Отбросьте лень или неуверенность в собственных силах. Не позволяйте другим принимать за вас решения. Гороскоп призывает сегодня Овна мягко, но уверенно пресекать любые попытки давления извне. Любовный гороскоп для Овна. Сегодня самое правильное поведение для Овна, а? Угадаете? Это искренность. Звезды гороскопа не советуют что-то скрывать или не договаривать в общении с человеком, который вам нравится. Неважно, находятся ли отношения в зачаточном состоянии или существуют уже достаточно давно, чтобы считаться прочными. В любом случае, открытость Овна в этот день сделает их более теплыми и стабильными. Не бойтесь открыть свое сердце и тем более душу. Гороскоп карьеры и финансов для Овна. Сегодня Овен сможет ощутить, что коллектив для него это настоящая семья, которая в нужный момент всегда окажет поддержку и помощь. Звезды советуют Овну проявлять великодушие, тогда сгладятся все острые моменты и недопонимания с коллегами. Даже с враждебно настроенными клиентами и сослуживцами удастся, если не заключить перемирие временное, то наладить довольно конструктивный диалог. Самое главное для Овна сегодня – сделать первый шаг, а дальше его природное обаяние и искренность позволят наладить душевное и взаимоприятное общение. Телец. Сегодня у Тельца проявятся таланты кукольника. Он будет с легкостью управляться настроением и поведением окружающих, незаметно дергая за нужные ниточки. Что ж, почему бы и не заняться манипуляциями себе на пользу, если все довольны. Телец способен взять под свой контроль развитие любой ситуации, так что гороскоп советует ему не терять времени даром и провести день с пользой для себя. Впрочем, Телец сегодня может многое сделать и для общего блага, если, конечно, оно не идет вразрез с его интересами. Любовный гороскоп для Тельца. Сегодня от Тельца все будут ждать сюрпризов. Любимые, знакомые, друзья и даже сами звезды. Пойдите навстречу этому желанию и позвольте себе стать на короткое время добрым волшебником, подарив близким людям капельку позитивных эмоций. Даже такая мелочь, как комплимент, искренняя улыбка или красивый цветочек способны сегодня наполнить душу вашего партнера волнующей страстью и подарить незабываемые часы наслаждения. Одинокий Телец может потратить потенциал сегодняшнего дня на то, чтобы обаять или приятно удивить объект своей симпатии, положив начало прекрасным романтическим отношениям. Гороскоп карьеры и финансов для Тельца. Сегодня звезды советуют Тельцу не тащить на себя весь груз обязанностей, а смело перепоручить часть задач кому-то из коллег. Это позволит ему более грамотно распорядиться собственным временем и достичь успеха в делах. Вероятно, не все коллеги будут согласны с дополнительным объемом работы, так что придется проявить характер, а где-то и зубы оскалить. Тельцу сегодня понадобится умение доказывать свою правоту без крика и скандалов. Близнецы. Вполне вероятно, что близкие или коллеги близнецов будут нуждаться сегодня в их помощи. Не менее вероятно, что представитель этого знака зодиака им с удовольствием поможет. Ну и совершенно точно, близнецы не ограничатся поверхностной помощью, им захочется влезть во все нюансы и подробности. Именно это стремление заставит попросивших содействия возмущенно протестовать, а близнецов обижаться на них за неблагодарность. Гороскоп предлагает не забывать сегодня о правах людей на личное пространство и какие-то секреты. И помните, осчастливить насильно нельзя. Любовный гороскоп для близнецов. Все, как говорится, поправимо. Именно этот девиз актуален сегодня для близнецов, находящихся в отношениях. Звезды гороскопа утверждают, даже если чаша взаимных обид переполнена, в этот день можно искренне поговорить и помириться, при условии, что в сердце еще живы чувства. Близнецам рекомендуется быть инициатором примирения и не бояться делать смелые шаги по улучшению ситуации. Ну, к примеру,
подготовить романтическое свидание или совместную поездку на выходные. Расценивайте прошлое как хороший опыт, который не позволит допустить ошибок в будущем. Гороскоп карьеры и финансов для близнецов. Сегодня близнецы должны проявлять больше такта и терпения при общении с коллегами. Возможно, с кем-то из них придется делиться собственным опытом, обучать и наставлять словом или делом, даже если в это мгновение близнецы будут ощущать медленное растущее раздражение, они должны помнить, что все это на благо делу. Никто не рождается уже готовым специалистом, и каждому из нас время от времени приходится осваивать какие-то там новые знания. В конечном счете, близнецы сегодня сделают хороший вклад в будущее процветание своей компании и укрепят уважение к себе сослуживцев. Рак. У рака сегодня разовьется мощный иммунитет против любых вторжений извне. В этот день он сумеет отстоять свое мнение, взгляды, образ жизни, причем сможет сделать это спокойно, без нервов и крика. Вот почему сегодня мирно для рака пройдут встречи с родителями, руководителями, чиновниками и разного рода проверяющими. Гороскоп уверяет, в этот день рак не только легко справляется с влиянием извне, он также способен мягко подталкивать окружающих в нужную ему сторону. Любовный гороскоп для рака. Сегодня раку стоит чутко прислушиваться голосу своей интуиции, и именно она станет лучшим советчиком в любовных делах. Дело в том, что в течение дня ситуация может развиваться очень быстро и неоднозначно, не давая раку времени на подготовку и логическое осмысление происходящего. И тут на выручку придет обострившееся внутреннее чутье, особенно сегодняшнего гороскопа, которое лучше всякого рентгена просканирует эмоции и настроение близкого человека, помогая раку принять единственно верное решение. Гороскоп карьеры и финансов для рака. Сегодня рак может блеснуть красноречием, что позволит ему добиться хороших успехов в работе. Отличный денек, чтобы провести переговоры или устроить мозговой штурм, вырабатывая новую стратегию завоевания или расширения рынка, ну или решить менее грандиозную, но не менее важную для рака проблему сообща. Гороскоп советует сегодня организовать общение с коллегами не в режиме горячих дебатов, а в режиме дружеской беседы. Это позволит более точно сформулировать свои мысли и идеи, при этом не задев самолюбие собеседника. Лев. Легкая авторитарность сегодня лишь придаст льву очарование и шарма. Можно сказать, окружающие будут ждать указаний представителей этого знака зодиака и с радостью последуют его распоряжениям. Что ж, гороскоп назначает сегодня льва капитаном, так что ему придется взять под свою опеку ближайшее окружение. Хлопотное, но почетное назначение, я вам хочу сказать. Вполне вероятно, что льва также попросят выступить в качестве судьи в каком-то споре. Отказываться нельзя. Выскажите свое мнение по данному вопросу. Любовный гороскоп для льва. Звезды советуют сегодня льву не отмахиваться от советов окружающих, касающихся любви и отношений, даже если на первый взгляд они покажутся ему набором банальных фраз. Да, мало кому нравятся скучные нравоучения, однако звезды гороскопа утверждают, сегодняшние советы и взгляды со стороны весьма вероятно помогут льву решить важные вопросы. Особенно внимательным следует быть к словам любимого человека. Зная вас и ваши возможности, как никто другой, он может в этот день подкинуть отличную идейку, которая станет залогом успеха в будущем. Гороскоп карьеры и финансов для льва. Сегодня лев может примерить на себя плащ серого кардинала, неявно и исповдоль руководя коллективом. Окружающие не должны заметить никакого влияния, настолько изящны будут действия льва, облеченные в форму косвенных намеков и неявных подсказок. Главная стратегия льва на сегодня – наводить окружающих на нужную ему идею. Позвольте коллегам, руководителю или клиентам думать, что они сами принимают собственное решение. Дева. Сложно перестать передвигаться по компасу чужих советов, но сегодня Дева может это сделать. В этот день она будет сильна своим умом, а потому при легком усилии над собой сможет сбросить себя путы авторитарных мнений, которые сковывали ее по рукам и ногам и управляли ей как марионеткой. Гороскоп предлагает сегодня Деве не бояться высказывать своего мнения. Еще важнее набраться смелости и поступить, руководствуясь исключительно собственными желаниями и стремлениями.
Любовный гороскоп для Девы. Сегодня Дева не будет настроена на серьезные разговоры, она жаждет внимания и развлечений. У нее будет масса возможностей привлечь внимание того, кто ей нравится, и от души пофлиртовать. Главное не потерять голову, отдавшись этому увлекательному процессу. Даже очень сдержанным и неэмоциональным Девам сегодня захочется погрузиться в атмосферу праздника и веселья. Звезды гороскопа советуют не сдерживать желаний. Искренняя улыбка, открытое сердце и харизма Девы вы сегодня способны творить любые чудеса, притягивая как магнит представителей противоположного пола. Гороскоп карьеры и финансов для Девы. Сегодня Дева заряжает позитивом, блещет чувством юмора и обаянием, что неизбежно притягивает к ней людей. С такими талантами неплохо было бы стать организатором вечеринки, однако на работе их тоже можно использовать. Гороскоп советует Деве побольше общаться с коллегами, увеличивая свое влияние и популярность в коллективе. Можно также наметить на этот денечек переговоры и встречи с клиентами и поставщиками. Сегодня все обещает пройти очень легко, так что Деве остается только гордиться собой. Весы. Избегайте дел, зависящих от других. Стремитесь лишь к тому, что зависит от тебя самого. Эта индийская пословица должна стать девизом весов на сегодняшний день, и действительно, именно независимость мышления и действий помогут весам справиться с планами на сегодня. Игнорируйте помощников и советчиков, и все у вас получится. Гороскоп призывает верить в свои силы и не обращать внимания на негативные прогнозы. Любовный гороскоп для весов. Сегодня звезды гороскопа советуют весам в любых вопросах любви и отношений прислушиваться к доводам рассудка и не идти на поводу эмоций. Это день, когда чувства способны захлестнуть весы не хуже быстрой и опасной горной реки, унеся довольно далеко от истинной цели. Поэтому позвольте разуму управлять сегодня вами. Разберитесь в собственных чувствах, делайте выводы, принимайте взвешенные решения. Впоследствии весы смогут сполна убедиться в мудрости такой сегодняшней политики. Гороскоп карьеры и финансов для весов. Сегодня весам звезды советуют потратить толику своего драгоценного времени на обучение. Весы могут заглянуть в книжный магазин и отыскать на полке профессиональную литературу или записаться на курс личного роста. Любое обучение станет прочным кирпичиком в основании их будущего финансового успеха. Каждому из нас есть к чему стремиться, и обучение – это прекрасная возможность построить свою новую реальность. Скорпион. Скорпион сегодня повелитель эмоций своих и чужих. Он может вселить в окружающих панику и успокоить, довести до слез и даже рассмешить. Прекрасно чувствуя настроение других, Скорпион может влиять на их чувства и мысли. Гороскоп предлагает назначить на этот день встречи с единомышленниками, друзьями, а также спонсорами. Сегодня у Скорпиона получится склонить на свою сторону хоть черта, хоть ангела. А еще он отлично поладит с детьми, даже самыми капризными. Любовный гороскоп для Скорпиона. Сегодняшний день Скорпиона более подходит для спокойного созерцания и наслаждения настоящим моментом, чем для активных действий в любых делах. Что ж, такие дни тоже имеют свою прелесть. Они позволят восстановить силы для новых побед и наметить достойные цели. Не будет ничего плохого, если на время вы выпадете из реальности и позволите себе просто немножечко помечтать. Однако даже в такой день Скорпиона, находящегося в поиске, может подстерегать удача. На горизонте появится новый, очень интересный ему человек. Звезды гороскопа советуют, если такое произойдет, срочно переключайтесь из режима размышлений на режим решительных действий. Вот и все. Гороскоп карьеры и финансов для Скорпиона. Сегодня звезды советуют Скорпиону по возможности отодвинуть дела, требующие математической точности, планирования и методичного действия. Скорее всего, в них не добиться особых результатов. Зато отлично пойдет любое общение. Люди не только с полуслова понимают вас, но и охотно поддерживают, невольно заряжаясь вашим оптимизмом и уверенностью в будущем успехе проектов. Дополнительный бонус. Обострившаяся интуиция Скорпиона, которая позволит ему сегодня отличить ложь от истины и с легкостью принять верное решение. Стрелец. Когда кто-нибудь сегодня захочет дать Стрельцу добрый совет, ему стоит подумать, что движет советчиком. Гороскоп предлагает Стрельцу никого не слушать. В этот день вам хватит знаний и жизненного опыта, чтобы принять самостоятельное решение. При этом проявлять резкость по отношению к доброжелателям сегодня также не стоит. Будьте деликатны. Они действительно желают вам добра. Просто
То, что хорошо для одного, не всегда подходит другому, согласитесь. Любовный гороскоп для Стрельца. Сегодняшний день обещает подарить Стрельцу удовольствие от встречи и общения с симпатичным ему человеком. При этом Стрельцу не придется играть какую-то там роль или прибегать к уловкам, чтобы произвести впечатление и расположить к себе собеседника. Сами звезды позаботятся о том, чтобы все прошло гладенько. Ушли скованность и недопонимание, сами собой рождались уместные шутки, а в атмосфере яственно ощущались духи романтики. Воспользуйтесь этим, чтобы завести новое знакомство, навести мосты, пригласить на свидание или упрочить уже существующие отношения. Гороскоп карьеры и финансов для Стрельца. Сегодня Стрелец может стать жертвой манипуляций со стороны коллег или партнеров, которые захотят втянуть его в свои подковерные игры. Гороскоп советует Стрельцу не поддаваться влиянию окружающих и держаться подальше от чужих разборок. В противном случае сегодня его могут использовать в темную, нанеся деловой репутации Стрельца крупный ущерб. Не слишком-то приятно ощущать себя пешкой в чужой игре, так что лучшая тактика в данной ситуации — не принимать участие в интригах и заниматься сугубо своими личными делами. Козерог. Уверенность в себе порой заменяет опыт и компетентность. Пожалуй, у Козерога сегодня ее будет в избытке. Самое время отправляться на собеседование, свидание или на бой за звание чемпиона мира в любом виде спорта. Козерог сегодня хорош во всем, а его лучистая энергия привлекает к нему восхищенные взгляды лиц противоположного пола. Гороскоп Козерога благоприятен для любого вида активности. Это будет отличный денек, который может принести впечатляющие результаты. Любовный гороскоп для Козерога. Сегодня привлекательность Козерога будет особенно велика. В течение дня он может ощутить повышенное и даже несколько навязчивое внимание противоположного пола. Особенную сложность может испытывать тот Козерог, который находится в ситуации выбора. Если поклонников у него несколько, весьма вероятно, что именно в этот день ему придется по этому поводу что-то решать, уже конкретно, между прочим. Остальным же сегодня можно и не строить далеко идущие планов, а просто всласть пофлиртовать и пококетничать, наполнив свою душу новыми волнующими эмоциями. Гороскоп карьеры и финансов для Козерога. Звезды будут сегодня подталкивать Козерога к инициативе в рабочих вопросах. При этом ему не стоит бояться ответственности за принятые решения. Ищите, пробуйте, экспериментируйте. Воспользовавшись возможностью, Козерог сможет ярко заявить о себе и подготовить хорошую почву для продвижения по карьерной лестнице. Не упускайте замечательный шанс. Сегодня подходящий момент, чтобы доказать себе и окружающим, что вы способны на большее. Начальство непременно отметит деловую хватку и хорошие способности Козерога, а там, поверьте, и до повышения недалече. Водолей. Сегодня у Водолея прекрасный денечек, чтобы преодолеть выученную беспомощность. Именно так психологи называют поведение, когда человек перестает бороться с неудобной для него ситуацией, оставаясь на низкооплачиваемой работе, продолжая жить с токсичным партнером или годами сидеть на неудобном стуле. Да-да, гороскоп уверяет, что сегодня в Водолее достаточно самоуверенности, чтобы осознать причину собственных страданий и найти простой способ их прекратить. Так что размещайте резюме, говорите «аривидерчи» и «прощай», несите стул на помойку, действуйте, а не нойте. Любовный гороскоп для Водолея. Сегодня у Водолея день, когда он способен ощутить гармонию с окружающим миром. Душевный баланс и удовлетворение собой благотворно скажутся не только на настроении, но и на личных отношениях. Влюбленный Водолей в этот день может легко считывать эмоциональный настрой своего партнера, буквально предупреждая его малейшие желания. А одинокому Водолею самое время окунуться в общение. Других посмотреть и себя показать, как там говорится, да? Сегодня при желании он с легкой подберет ключик к сердцу заинтересовавшего его человека, так что не упустите возможности. Гороскоп карьеры и финансов для Водолея. Залог успеха сегодняшнего дня для Водолея в общении и нахождении точек соприкосновения с собеседником. Многие дела потребуют дополнительных обсуждений и встреч с другими людьми, заинтересованными конкретным проектом. И здесь все зависит от умения и желания Водолея убеждать. Впрочем, звезды сегодня отмерили Водолею бездну обаяния, так что если не хватит слов, можно подключить природную харизму. Сегодня перед ней падут любые доводы и факты.
Рыбы. Жизнерадостность и общительность. Вот арсенал рыбок на сегодня. Гороскоп советует улыбаться себе, близким и даже совершенно незнакомым. Благодаря улыбке представителю этого знака зодиака в этот день все будет удаваться легко, и даже в самых щекотливых ситуациях он выйдет сухим из водички. Звезды обещают, что сегодня рыбам будет некогда скучать. Однако, несмотря на обилие дел и море общения, к вечеру у них останется достаточно сил для приятного отдыха. Любовный гороскоп для рыб. Сегодня рыбы будут склонны давать советы окружающим. И это желание не стоит сдерживать. Возможно, ваш совет поможет спасти чьи-то отношения или помирить людей. Слово в этот день имеет очень большую силу и вес. Вы можете сами этого не понимать, сочтя свой опыт в любви не столь значительным, чтобы давать советы. Однако для другого человека слова рыб могут показаться сегодня настоящим открытием и помогут осознать то, о чем они и не догадывались-то в принципе. Так что делитесь с людьми самым сокровенным. Добрый совет окажется всегда кстати. Гороскоп карьеры и финансов для рыб. Общение. Вот ключ к успеху для рыб на сегодня. Они успешно налаживают мостики между людьми, ловко извлекая из этого собственную выгоду. Любые разговоры с людьми очень продуктивны, позволяют рыбам правильно подать себя начальству, заключить выгодные контракты и завязать перспективные знакомства. Не стоит наступать на горло своей песни, сдерживая красноречие. Сегодня это ваша шпага, которая ведет ее к легким и изящным победам в деловых вопросах. Вот и весь прогноз, мои хорошие. Спасибо вам большое за внимание, за ваши лайки, за ваши комментарии. Причем в основном они очень-очень приятные. Ну и конечно же, я хочу пожелать вам отличного дня и прекрасного настроения. Успехов вам во всех ваших начинаниях. Скоро увидимся. До новых встреч. Пока-пока.